Итак, как пополнить счет, если вы, допустим, живете в Беларуси, но нужно пополнить счет в российских рублях? Значит, первое, что нужно сделать, конечно, изменить страну. Вот страна изменена. Дальше изменить адрес доставки. То есть вот или заказ по артикулу, или заказ услуг. Нужно, чтобы вот здесь стоял пункт выдачи Россия, любой. Я думаю, как изменять, все знают. Нажимаем на карандашик и меняем. Значит, сейчас возвращаемся обратно на главную страницу. И вот сверху левее мы с вами видим мой счет. Кликаем на мой счет и выбираем оплата банковскими картами. Другое нам не подходит. Вот что касается Беларуси. Да, смотрите, комиссия 2%, но я вас, как говорится, обрадую, что и Россия, когда оплачивает заказ, то тоже получается они 2% тоже плачут. Значит, мне нужно пополнить 5500. Вот получается 112 рублей 24 копейки идет с комиссией. Далее. То есть делаем ровно то, что здесь предлагают. Дальше нужно ввести номер карточки. В Беларуси для платежей России проходит карточка МИР. Если у вас ее нет, значит вам нужно сначала ее сделать, как говорится. Сейчас я ввожу все данные карточки. Я думаю, понятно, месяц и код, электронка, оплатить, и делаю все, что будет предлагать здесь система. И автоматически деньги поступят вам на счет.